На севере Таджикистана, в Матчинском районе, местные имам-хатыбы примут участие в строительстве двухэтажного офиса для правящей партии Народно-демократической партии Таджикистана, НДПТ. Об этом сообщила радио Азади. Строительство двухэтажного здания в Матчинском районе обойдется в 500 тысяч самони, 50 тысяч долларов. Часть средств была предоставлена имамами и собрана за счет пожертвований и оплаты религиозных услуг. Также, кроме возведения здания, имамы Матчинского района обещают завершить строительство дороги, ведущей от ближайшего шоссе к новому офису НДПТ. Наблюдатели отмечают, что таджикские проправительственные имам-хатыбы всячески стараются угодить режиму, оказывая ему поддержку, и порой их подобострастие доходит до абсурда. Так, например, в сентябре прошлого года имамам в городе Шаартуз поставили задачу отреставрировать статую Владимира Ленина. Позже имамы заявили, что сделали эту работу добровольно и за счет средств, пожертвованных прихожанами. Шаартуз, Southern Tajikistan.